Когда я сделаю еще одну картину, то собираюсь открыть выставку. Кажется, я тебе надоел? Нет, все очень интересно. Я не хотел быть опять в этой суете. Мне было очень приятно провести время с тобой так спокойно. Посмотри, который час. Я не знал, что уже так поздно. Что может подумать твоя мать? Ничего. Они с Марией Эмилией ходили звонить, и я уверена, что они мило болтают. Вы звонили в больницу? Да, моя крошка. Как чувствует себя сеньора? Ей лучше. Я хотела остаться там, но Моника позаботится о ней сегодня ночью. Летисия сказала, что будет дежурить и присмотрит за бабушкой. Я уже собирался уходить. Не волнуйтесь. В этом доме мы всегда рады вас видеть. Большое спасибо, сеньора. Спокойной ночи. Спасибо. Заходите. Да-да, конечно. До встречи. Нет-нет. Да-да. Нет, не так, проще. Вот так. Вот, руки вверх. Хочешь танцевать так? Бей в ладоши, давай. Давай. Вот так. Следи за мной. Всем спасибо. Алекс, почему вокруг нас люди, если мы хотим быть одни? Не соблазняй меня, не соблазняй. Я возьму вещи и уйду. Милый, не уходи. Что мне остается делать? Они выгнали меня. Можно было все решить по-хорошему. Но я боюсь, что проведу остаток жизни в тюрьме, или что твой старик меня убьет. Что изменилось между нами, милый? Они не могут запретить мне уйти, Мигелон. Мигелон, не бросай меня. Думаешь, я хочу этого? Только не это, Мигелон. Мигелон! Уйди с дороги. Возможно, твой отец сейчас прибежит и убьет меня. Не уходи, мой дорогой. Я не могу без тебя. Мигелон, ты нужен мне. Ты хочешь моей смерти? Чтобы у меня были неприятности? Неужели тебе все равно? Мигелон, посмотри на меня. Ты хочешь уйти? И что? Ты упрекаешь меня в этом? Ты не избавишься от меня так просто. Я всем рисковала ради тебя. Я сделала все. Все кончено. Мигелон, прекрати. Ты получил все, что хотел. Теперь моя очередь. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Чего ты хочешь от меня? Ты не можешь так просто уйти. Что тебе нужно? Давай, скажи мне. Чтобы ты взял меня с собой. Нина? Нина? Что случилось? Ты как будто в облаках витаешь. Это у меня внутри какое-то странное чувство. Нина? Нина? Нина, ты влюблена в Рубена? Ты поняла это? Этого не скроешь. Я не знаю, любовь ли это. Она какая-то особенная. Нежная, но безнадежная. Совсем. Почему безнадежная? Эми. Я такая непривлекательная. Нина, другое дело, ты и Алехандро. Вы созданы друг для друга. Эми, а что ты чувствуешь рядом с мужчиной? Я знаю, что у меня никогда такого не будет. Это не просто любопытство. Забудь. Забудь. Нина, я не могу сказать тебе точно, потому что это произошло так. То, что было между Алехандро и мной, было так внезапно, неуправляемо.
Я хочу тебе рассказать кое-что. В первый раз я почувствовала... Первый раз? Ты хочешь сказать, что... Не, да я не хочу об этом говорить. Извини. Нина. Послушай. Не теряй надежды быть с Рубеном. Но он не влюбится в меня. Он любит красоту. Любуется своей подругой. Ведь она так красива, так привлекательна. Да, она не любит его. Так, как он этого заслуживает, но... Возможно, они помирятся. Снова будут вместе. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Я очень надеюсь. Лаурита, что ты сказала? Я хочу уйти с Мегилоном. Ты сказала полную глупость. Давай пойдем. Я ухожу с Мегилоном. Подумай о родителях. Я им больше не дочь. Они больше обо мне не услышат. Меня для них больше нет. Мегилон. Мегилон, возьми меня с собой. Возьми меня с собой, пожалуйста. Наши отношения не могут так закончиться. Я отдам тебе все. Ты не можешь оставить меня. Не оставляй меня. Не оставляй, Мегилон. Возьми меня с собой. Возьми. Как наказываешь? Успокойтесь, сеньора. Выпейте. Это вас успокоит. Сеньора Ортенсия. Сеньор Эстебан. Остановите ее. Лаурита собирается уйти с шофером. Что? Что ты сказала? Она уходит с ним. Задержите ее. Пускай убирается. Мы не можем допустить этого. Мы должны остановить их. Лаурита! 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 Ее здесь нет. Она ушла. Этот негодяй увел ее. Мы должны позвонить в полицию. Мою дочь похитили. У тебя очень приятный босс. Он не похож на зазнайку. Он скромный. Да. Мама, Донни Хосефини действительно лучше? Да, она будет жить. Я навещу ее завтра. Что-то я так устала. Иди спать. Утро вечера мудренее. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, моя сладкая. Кто там? Открой, мама, это я, Мегилон. Не могу найти ключей. Что произошло, Мегилон? Мама, нас застали вместе. Мегилон, ты хочешь сказать, что... Да, мама, они все видели, и мне пришлось покинуть их дом. А она? Она со мной. Я привел ее на правах своей жены.